В минувшие выходные вблизи пристани в Боровой компания местных жителей отмечала у воды День металлурга. Для одного из мужчин 1970 года рождения этот пикник оказался последним. Один из отдыхающих в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться в берегу, но не рассчитав свои силы, соответственно, не смог доплыть до берега. Его товарищи и друзья, которые с ним отдыхали, попытались реанимировать его, но, к сожалению, у них этого не получилось. Приехавшие медики скорой зафиксировали факт смерти. Следователи проводят проверку для точного установления причины смерти.